Всем привет, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. У нас время уже 12 часов. Марина у меня сегодня осталась дома, потому что получилось так, что с утра у нее показал градусник 37,1. Я ее оставила дома. Хотя вот в 9 часов у нее уже не было температуры. Она носилась по квартире, как это. Сейчас сидит такая сонная, спать хочет. Она дает привыкла, что в садике спать надо. И я ей говорю, так ляг, поспи, она не идет ни в кую. Да, кстати, ребят, я довышивала елочку Марине на выставку, пока она тут сохнет. Вот так вот сзади все оформлено. И вот такая вот елочка. Напишите, как вам. Но те, кто подписан на Инстаграм, те уже в курсе, то, что я вышла. Тут мои также лебеди стоят, которые все Ольга хочет. Но я деревяшки, ребят, я деревяшки никому не дарю. Деревяшки это чисто наши. Они интерьеру красоту придают. Лебеди мои тоже, которые я вышивала. Я могу вам, у меня схемы, если какие-то остались, я могу вам просто вышить на пластиковый конве и тогда разыграть между своими подписчиками. Напишите, интересно будет вам это или нет. Что, Марина? Марина сегодня даже не хочет заплетаться. Я ее утром заплела, она все расплела и ходит лохматая. Да? Мама, а ту булочку я когда буду? Тебе булочку дать? Да. Сейчас дам булочку. Пойдемте дадим ей булочку, на булочку. Просто у меня там еще белье висит, надо собрать белье еще. Делай булочку. Ребенок булочку захотел. Я хочу сейчас поставить чай, скипятить. Суп она не хочет есть. Я говорю, суп больше? Она говорит, нет. И вот играет, сидит тут всякими игрушками. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Марина, давай волосы сначала заплетем, пожалуйста. Ура, она согласилась, идем заплетать быстрее. Все, заплели наконец-то Марину. Марина будет чай с молоком пить. Марина, ты любишь чай с молоком? Угу. И булочку. И тут вот у нее игры всякие. Это она вот эту вот штуку делает. Мама вот это сделала. Карандашики там. А хлеб-то что, булочку так и не доела? Это не моя. А кто не доел? Это, наверное, Оксана не доела. Да. Тут и пазлы, тут у нее что только нету. И часики, игра тут у них, вон это часики, домино. Доска и карандаши. И домино. И домино, да. Это вы с Оксаной с утра в домино играли? Да. Да. Это они вот в это домино. А, тут коробка от домино. Домино вон у тебя все на столе. Почему, Оксана, такой у тебя беспорядок? Это надо прибрать. Вот она. Да. Ладно, давай, кушай. Я сейчас себе тоже чай сделаю, надо видео выпустить. Там, по-моему, загрузилось уже со вчерашнего дня, все грузилось. У нас погода отвратительная. Ну, как отвратить? Погода, по идее, хорошая. Но на дороге слякоть, не пройти, не проехать. Машины, автобусы все буксует, лужи по колено. Просто ужасная погода. Именно дороги ужасные. К остановкам вообще автобусом не подъехать, потому что плохо чистят. Да, так вообще нормально остальное. А да. Да, высохли у тебя сапоги уже. Сегодня профилонила, да? Угу. Че у тебя сегодня с утра вдруг 37,1? Там птичка кушает за окном. Там нашу палку использовал. Ну, ладно, приятного аппетита, Марин. Спасибо. Так, дорогие друзья, муж пришел с работы. Сейчас покажу, что он купил. Ну, в целом, бананы. Спички, говорит, вот такие вот в монетке увидал на спичку, чтобы печку растапливать. Ну, а я вот взял. Интересно там... А, ну, обычные спички, просто коробка большая. Ну, интересные. Потом две упаковочки вафелек. Ну, обычно дети такие не любят, если не любят сливочный. Чеснок. Тут три головки. Туалетную бумагу 5 штук. Масло. Вот эту вот нерафинированную бутылочку и обычную рафинированную бутылку. Дальше лук. Мыло детское экстра с чередой. Колбаску один батон. Какая-то экстра тоже. Мандаринок взял. Фасоль стручковую. Это он любит фасоль, но я тоже ее ем. И вот такой вот чай. У нас чай, потому что быстро заканчивается. Вот такие вот в целом все покупки. У нас уже время вечер. Я пошла в садик. Что-то потом так с делами занялась и ничего не снимала. Короче говоря, в садик пошла. А на автобусы в сад.
Опять заснежило все, завалило снегом. Сегодня ураган такой был. И свет что-то то включится, то выключится, то включится, то выключится. И так весь вечер. Сейчас пойду Ванюшку заберу из садика и домой придем. Ладно, идемте. Дорогие друзья, у нас время вечер. У вас это в классе нормально все в школе? Да. А когда вы выступаете? Субботу. В субботу, Света. А нам нельзя, да? Туда прийти? Только с QR-кодом. А, ну у меня нет QR-кода. Нас не пустят. Так что вот такие вот дела. Если будет онлайн, нас просто снимут на группу. Да? А, ну тогда потом постараюсь вам показать такие видео, как у меня дети будут выступать. А я попрошу, наверное, это, напишу директору клуба, чтобы она это засняла моих девчонок, как они у меня будут выступать, Маша и Света. Это к какому празднику? День матери, все понятно. День маме. Вот такие, день маме. Ваньку бы засняла, но он сидит в майках и в плавочке. Уж извините, не могу, он голожопый сидит. Дома тепло, даже жарко, я бы сказала. И он раздетый сидит. Марина там тоже раздетая лежит, поэтому не могу заснять. Ладно, дорогие друзья, у нас вечер. Все сейчас... Оксана делает урок. Оксана, а ты где? А, понятно. Так что вот такие вот у нас делишки. Ладно, всем хорошего вечера. Всем добрый день. У нас сегодня пятница. Я поехала в город, мне надо в администрацию по делам. Егора дома остался. Катя еще дома, потому что она с второй смены поедет позже в школу. Так что вот такие вот дела. У нас погода немножко сегодня подмерзла, минус 4. А до этого все плюсовая была температура. Так сейчас на дорогах гололед. Одуреть. Ладно, поехали. Видите, что на дорогах творится? Тут видите, какие уже камни, булыжники. Идем на остановку. На автобус. Соседний двор. Соседи у нас коз держат. Очень много коз. Просто очень-очень много коз. Тут, когда теплая погода была, тут была лужа, сейчас ее нету. Ладно, идем. Дорогие друзья, мы с Машенькой уже приехали домой и купили тортики, да, Маша? Разных. Два торта. Сейчас идем уже домой, на улице. Гололед сегодня у нас подморозило. Ночью было минус 6, а сейчас минус 4 было. Ну вот, когда я в город поехала. Сейчас, конечно, не знаю, но домой придем, посмотрим. Ну, утром, да, я во сколько, наверное, около 5 вставала, ночью было минус 6. А под утро уже стало минус 4. Сейчас домой идем с Машенькой. Маша со школы сегодня рано, да, Машка? Вообще прям рано. Что-то 4 урока. Ну, у них в пятницу всегда у всех мало уроков. Нет, это физкультура. А, физкультуры не было. Но у вас учитель, потому что, да, болеет? Нынче много учителей болеет. Желаем всем скорейшего выздоровления. Ладно, идем до дома, покажем, что купили. Что? Ну, так я же тебе говорю, Марина у нас сидит, играет. Я уже говорила, что Марина пока дома сидит. Понедельник в садик пойдет. Профилонила, да, Марина? Опять лохматая. Мама вот утром тебя заплета, а ты опять лохматая, да, Маришка? Сейчас. А мама тортики купила. Да. Почему? Просто тортики купила. Марина тут мультики смотрит. Маша переодевается, да, Машенька? Да. Два сейчас будем кушать. Ладно, пошла распаковывать то, что я купила. Так, ребятки, ну давайте покажу первое, что взяли. Торт, как мы уже показывали, шли, купили. Сейчас будем кушать тортик. Потом заходили мы в магазин. У нас дома есть еще бананы с мандаринками немножко. И взяли яблочек. Потом взяли литр молока. Две булки белого. А тут еще, кстати, булочки не доели. Две белого,
батон. Печку надо будет купить. Сейчас, хорошо, Мариночка, будем сейчас чай. Все, видишь, чайник включил. Все, ждем чай и будем кушать торт. Но этот первый не понравился. Хорошо, этот мы первый съедим. У Марины все уже хорошо, у Марины нет ни температуры, она бегает, прыгает, скачет, но я ее на всякий случай оставила еще дома. Вчера я не знаю, что у нее такое было, может перегрев или наоборот охлаждение было у нее перед этим. Поэтому так вот. Всем хорошего дня. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Да, сейчас мы хотим с Машей ответить по поводу одежды. Вот, Маш, все говорят, что у тебя куртка осенняя якобы и шапка тонкая. Можешь показать их? Угу. Давай, неси. Сейчас Маша вам покажет. Чтобы не было вопросов, мы решили сразу на это ответить. Неси сюда. Шапку, снуд, неси все. Так, давай сначала шапку со снудом мне. Вот смотрите, снуд у нее сразу идет вот такой вот, внутри идет на флисе. Маша, тебе в нем холодно? Иди вот сюда. Снуд, тепло тебе в нем? Да. Дальше. Шапка. Вот все пишут, Настя, она осенняя, она тоненькая. Ребята, она не осенняя, она зимняя. Она тоже идет на флисе, она утепленная, она толстая. Тебе, Маш, в ней холодно? Нет, не жарко. Даже жарко. По поводу курточки. Вот, Маша, в какой куртке ходит? Все пишут, что она осень. Она не зима, она осень. Ребят, она зимняя куртка, если что. И в ней жарко, особенно сейчас. Когда плюсовая температура, Маша даже иногда просит ей дать тоненькую куртку, чтобы вот эту вот не одевать. Но это зимняя куртка. Поэтому мы надеемся, да, Маша, что мы написали, вот, ответили на ваш вопрос. Так что, вот так вот. Штаны балоневые у нас есть. Сейчас я вам их покажу даже. Стой. Там, ты включила камеру? Так, ребят, что у нас по балоневым штанам? Есть вот такие вот штаны балоневые. Одни, Машенька, подержи, пожалуйста. Вторые балоневые штаны тоже есть у нас. Они тоже вот наверху лямки идут. И вот так вот. Держи. И есть вот такие вот балоневые тоже штаны. Поэтому балонки у нас есть. Я... Там плюс еще одни фиолетовые есть. Катины прошлогодние. Они, Катя, уже маленькие, но Маша, они очень даже хорошо. Поэтому все есть. Варежки у нас. Достань ей корм. Она корм пытается достать. Маш, не показывай больше подписчикам нашу Василису. Прям на пол насыпи ложечку корма. А, какая наш. Да, пишет, вот вы постоянно. Она у нас кошка, по идее, все ест. Но без корма она не может. Она вот сейчас, вот она знает, где корм. И она лапой пытается шкаф открыть. Ладно, дорогие друзья, на ваш вопрос мы ответили. Надеюсь, этот вопрос закрытый. Ладно, дальше занимаемся делами. Всем хорошего дня.